Привет, YouTube. Смотрите, читайте дисклеймер. С вами Ночной Волк. Не видео. А кто остался, поддержите лайком, либо за вами придет. Да-да-да, вот этот Пеннивайз, вот этот урод придет за вами и сожрет вас сегодня ночью. Шучу, ёпта. Так, старички, сегодня говорим мы про чаек. Чайки, напоминаю, кто это? Осуждаю. Это такие люди, кто собирает запрещенные вещества. Ну, просто, знаете, ходит у вас под окнами, там ковыряется. Это называется чайки. Они шарят по подоконникам первых этажей, по парадным. Ну, блять, крайне к ним неприязнь. Готов я всех их гасить. Хотя осуждаю какое-то насилие. Но легкая ультраваленс нам с вами не помешает. Ненавижу, блядь, этих мразей, пиздец. Короче, недавно был случай. Стою в падике, там шум какой-то, треск слышу, блядь. Утро, 6 утра, ну, прикиньте, ёпта. На моем этаже, блядь, стоит чаечка. Сейчас вам объясню, кто это такое. Чаечка, пацан был, ёпта. Короче, блядь, у меня парадные подоконники сделали, там, ну, ТСЖ, все тут запарилось, мы скинулись деньгами. Ну, всем, кто живет здесь, жители, конечно, скинулись и сделали пластиковые подоконники. Оторван подоконник, ёпта, героица там. Я подошел, дал ему леща. На что он меня удивил и говорит: чаечка, блядь, ну у меня, я не могу в своей парадной ничего найти, может я в твоей что-нибудь найду. Я ему еще одного леща, он полез, короче, потом, где интернет, МТС, знаете, там люди говорят, или как-то, МТС, туда рыться, короче, им тоже дал леща, выгнал из парадной, ненавижу просто этих мразей. Цветы все портят бабушкам, там и живет какая-то Зинаида Петровна на первом этаже, так они там роются, и потом говорит: что вы потеряли, ребята, они что-то ей там говорят, деньги, прикиньте. Она им вышла, дала 200 рублей, я смотрю с балкона, я хуеваю. Такие хуи мрази, пиздец, как бы, блядь, взрослые, как бы, знаете, не дети там какие-то, знаешь, школьники, а взрослые люди этим занимаются, это не роются, блядь. Один раз видел барракуду, объясняю, кто барракуда. Барракуда — это он делает закладки и всю вот эту хрень. И, типа, я качаюсь, только на улице сижу на турниках, и тип такой сидит с пакетом, что-то, знаете, похож на такого школьника жирного, жирного ублюдочного школьника, блядь. И такой, что-то, знаете, я покачался, он такой раз-раз что-то сфоткал такой, телефон положил в этот пакет, такой пакет у него, знаете, был, блядь, сука, в советское время, ёпта, короче, с бабой, с полосками такой старой, такой, ага, думаю, гнида, блядь. И он такой раз сфоткал, и такой на турничок тоже такой встал рядом, такой раз, там, типа, отжался такой, блядь. Еще что-то сфоткал, и такой в мою сторону палит, я такой раз голову типа убрал в сторону, такой энергетик попиваюсь и сижу. Май, жара, кайф, вообще. И этот лошок, короче, там фоткает. Подходит, говорит, чаечка, тоже такой чувак садится на скамейку, там типа смотрит, как я качаюсь, там брусья, ну идиот, ебт хули, с пивком. Ага, этот пошел, короче, барыга, там положил, и чаечка идет, все и собирает. Ну просто хуе мрази, ненавижу. Блин, жалко, полиция плохо ими занимается, или может там что-то проплачено, может я что-то не знаю, конечно, но раздражают. Постоянно какие-то трубки у меня в парадных, типа стеклянные валяются, фольга и прочее, и постоянно исчезали лампочки. Но сейчас мы поставили, знаете, типа таких есть на селфи-палках кольца такие световые, типа вот таких ламп, и этим дебилам как бы, ну, они не нужны. А так постоянно зависали, там я выхожу, тебе трубка не надо, там я нашел трубку, там айфон, там тебе то не надо. Я говорю, да ничего мне не надо, идите нахуй отсюда, черти, ёпта. Так что напишите, если у вас есть такие же чаечки, барракуды, будем что-то делать, решать, как бы, ребятушки. Поддержите лайком, с вами был ваш Ночной Волк, всем бруталити.